Сегодня я тебе покажу, как сделать свой сервер в Майнкрафте совершенно бесплатно в 2024 году. И если ты реально хочешь узнать, как сделать свой сервер в Майнкрафте, то ты должен досмотреть данный видеоролик до конца. Сразу предупреждаю тебя, если у тебя появится какой-то вопрос ко мне, то ты можешь написать об этом в комментариях. Давайте прямо сейчас начнем. И вот, друзья, мы попали в мой браузер. И прямо сейчас смотрите, Атерна сервер. Давайте заходим вот сюда. Вот. Если что, ссылочка будет у нас в описании. И смотрите, нажимаем на кнопочку «Игра», нажали на сервера. И смотрите, вот у меня есть тут три сервера. И прямо сейчас смотрите, чтобы вам создать свой новый сервер, вам, во-первых, нужно сюда зарегистрироваться. И мы нажимаем на кнопочку «Создать». Вот, то есть смотрите, у нас вот можно выбрать Java Edition, либо Bedrock Edition. Мы выбираем Java Edition, можем здесь сделать название. У меня, так как здесь Dubtoo, нижнее подчеркивание, UT111, у меня здесь такой же ник. И добро пожаловать на сервер, тоже мой самый ник. Но вы можете изменить, но это мы изменим немножко позже. Создать. Нажимаем на кнопочку создать. И вот мы создали, в принципе, наш сервер. В принципе, это все. Но не выключайте видео. Прямо сейчас я вам покажу, как можно настроить свой сервер и как можно на нем вообще поиграть. И погнали. Прямо сейчас мы выберем ядро. То есть для того, чтобы просто выживать, без всяких модов, без всяких там аддонов, там текстур паков, там дата паков, то есть можно выбрать ванилу, обычную ванилу и версию. У нас версия одна из самых новых, 1.20.4. я ее изменю на 1.1, потому что это моя версия, на которой сейчас я нахожусь. Теперь перешли в ванила, то есть вот мы можем здесь изменить версию. Вот получается, нажимаем 1.21, у нас получается ванила. Теперь мы ее устанавливаем. Отлично, теперь мы переходим в кнопочку настройки, и вот мы перешли с вами на настройку сервера. И прямо сейчас смотрите, что нам нужно сделать. Вам нужно установить пиратский режим. Вот, то есть мы установили сейчас пиратский, то есть это у кого пиратка, то есть у кого, к примеру, T-Launcher, K-Launcher, вам нужно будет вот это вот все сделать. У кого лицензия Майнкрафта, вы можете не нажимать сюда, вот, вы можете просто сюда вот нажать на белый список. Белый список — это как whitelist, то есть вы можете туда добавлять именно своего друга, только своего друга, другой игрок не сможет зайти. Вот, но я выключу, потому что мне это не надо. А количество игроков 20, ну, в принципе, и так, честно говоря, нормально. Вот, что у нас здесь есть? Полет, жители в деревне, это, в принципе, можно оставить. Давайте вот изменим мое название сервера. Давайте вот так вот оставим, Dubtoo просто. И, ага, это уже занято. То есть, вот, даже здесь есть такой вот пример, вот так вот, Dubtoo 1.1.1. Вот, и здесь то же самое сделаем. Dubtoo 1.1.1. Ой, Dubtoo, сейчас, 1.1.1, да. И можем изменить вот здесь вот, к примеру, таким, вот такое вот зеленое. Вот, в принципе, неплохо выглядит, кстати. Вот, поэтому, вот, в принципе, у нас вот такие вот настройки, это уже закончились. То есть, можно еще сделать и сложность нормальной вместо легкой. В принципе, нормально. И вот у нас игроки, получается. Здесь у нас как раз был белый список, оператор, заблокированный игрок, заблокированный IP-адрес. То есть, вы тут можете заблокировать максимально игрока, то есть, чтобы он вообще с другого IP даже не смог зайти. Просто заблокировать игрока на этом сервере, то есть, он заблокируется, но с IP, он, ну, то есть, с другого IP, к примеру, он может зайти. Или же с этого IP просто изменить свой ник. Оператор — это, то есть, админ сервера. Я захотел, то есть, себя сделать админом. То есть, смотрите, мы так вот, я изменяю раскладку. Пишу Dubtoo 001A. Вот, то есть, вот, все, мой ник, это, то есть, мой ник из Майнкрафта. И я смогу сюда, получается, добавить. То есть я теперь админ данного сервера. То есть я владею консолью, и я владею, как бы, Майнкрафтом. То есть я могу, типа, изменять свой режим игры. То есть я могу включать креатив, гейм-мод там и все такое. World, миры. Тут, то есть, смотрите, ребята, вы можете загрузить мир и создать мир. То есть мы нажимаем создать мир, вот. У вас текущий мир будет удален. Да, то есть сейчас наш мир будет, получается, смотрите, ключ генерации мы пишем. Ну, то есть вы, если хотите какой-то ключ генерации, то есть это сид, вы прописываете сюда сид. Генерацию то же самое. И тип мира normal, default, super, flat. Ой, сложно. Вот.